Просыпается мафия. Спасибо, мафия, дом остается со мной. Дом засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор засыпает. И просыпается город. Нам надо перестать пить из стаканчиков со снотворным. Прощайте. Доброе утро, город. Проснулись все, кроме Страйка. Блять, опять Страйка? Кто-то заблевал до смерти. За что он завис? Ушел в небытие. Страйка? Он же ни за кого не топил, ничего не делал. Подожди, Страйк вообще... Может, они пытаются отвести взгляд от себя? Ну, смотри, Страйк... Или кикают как сильного игрока. Нет, опять. Страйк сильный игрок. Так Страйк да, он нормально играет. Не сказал. Нет, он нормально играет, на самом деле. Не, он в целом нормально он, играет. Как... Ну, сейчас... А, ну, в целом, он в лайт... да. Так, а сейчас что он можно было сказать? Он в поздней стадии игры хорошо отыгрывает. Ну, смотри, Бей короче, по поводу... Ну, понятно, что я говорю, нервы в любом случае мы хороним, но... Хорошо, кстати, мне кажется, все-таки царевна, она у нас красненькая сейчас. Она как-то этот, не знаю, может... Владька мне, вот чем мне, кстати, Владька показался красным, короче, что он очень шутку толкнул, сложную, и не запинался. Все-таки, я говорю, это не так уж легко и сказать, на самом деле, сложную шутку и не запинаться. Ну, панируем, мы видим, что это сложно. Вот. А потом, смотри, Маринка, что-то, мне кажется, все-таки немного красная, потому что она такая, знаешь, себя все-таки посвободнее чувствует. Вот Люся, да, Люся вообще как-то прям притихла-притихла. Сервер, в принципе, активно записывает все. Ну и плюс, наверное, не знаю... Блин, ну сантиметр ничего не скажешь, Дедик тоже ничего не скажешь. Не знаю, Делюкс, в принципе, так довольно уверенно говорил, но... Только пока серенький, знаешь, вроде ближе к красному. Наверное, я вот, может быть, даже поиграл бы с Мариной, поиграл бы с Блади, поиграл бы, может быть, с Делюксом. Ну такой, знаешь... Ну, короче, у меня больше Маринка, Блади, это больше красное, а Делюкс ближе к красному, все остальные такие серые. Ты хочешь кого-то выставить, Левша? Я думаю, я выставлю рыжую, да. Номер 6, хорошо. Начинаем мы с Нирью. Сколько голосов против Нирью? Так, 5-6 рук. Хорошо, 6 рук против Нирью. Против Блади сколько рук? Против Блади никого, 0 рук. Против Левши кто голосует? Раз, два, три. Нир, а ты не голосовал разве? Нет. Нет, три руки. Я же сам против себя не могу голосовать. Хотя я бы проголосовал. Я просто подумал, мало ли. Так, номер 6. Против Люси кто? На руках, хорошо. Так, и получается против Дезертода кто? Против Дезертода 0, остальное у нас влетает, получается, Марином. Кто против Марина? Кто не голосовал? Подожди, руки поднимите. Двое. Кто не голосовал ни за кого? Сантиметр Гедеон. Я голосовал. Я голосовал. Дезик не голосовал вроде. Дезик голосовал. Проголосовал за Нирича. Нет, все, стоп. Ноль в Марину, я понял. Нир умер, я правильно понимаю? Я тупой, да. Нир, твое последнее слово. Блин, ну, меня выгоняют. В принципе, на самом деле, тяжело что-то сказать. Короче, рекомендую присмотреться к Левше. Вот, если не Левша, то тяжело, не знаю кто. Maybe Дезик или хз. Все уснули, но не спит мафия. Мафия просыпается.
Дон остается со мной. Спасибо, Дон. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор засыпает. И просыпается город. Доброе утро, город. Доброе утро. Но? Все проснулись, кроме 19 сантиметров. Интересненько. Короче, подожди, стой, да подождите. Короче, смотри, давай я сразу скроюсь с комиссаром. Ну, так и есть. Вот, я сначала проверил Бладьку, потому что мне было важно, играть с тобой или нет. Потом проверил Рыжую. Только что. Сейчас будет доктор, который должен меня засейвить обязательно. И я проверю. Что с Рыжей? Мирная? То есть мирная? Рыжая? Да, мирная. Я охерел, чувак. Боже. Я просто охерел. Рыжая, ну ты либо я в десятку, говорил, либо в милину. Я тебе говорил, блядь, а ты пиздишь на нее, короче, Макс. Смотри, я набросился мирный. Набросился ни за что. Бладька мирный. И я тебе говорю, если на общем голосовании резко не просыпается такой комиссар, типа, нет, он врет. То есть понятно, что я комиссар. Короче, смотри, я проверил 5 и 6. Микрофон включи, пожалуйста. И они мирные. Вот теперь давай строить. Обсуждение. Короче, что я для тебя накидал? Я чуть-чуть... Ой, сантиметр же умер. Для меня был точно Нир черный. Для меня была Люси черная. И для меня был Делюкс, но я все время говорю, говорил о Делюксе положительно, в том плане, что чтобы вдруг меня не убили. Знаешь, как бы. Но Делюкс... Подожди, почему ты вскрываешься, и ты не предлагаешь доктору сейчас вскрыться? Ну, пускай вскрывается доктор. Ну, а почему ты не предложил? Ты так же как комиссар, если ты вскрываешься, ты обязан доктора. Это делать. Доктору сейчас не, нельзя вскрываться, не он должен задефить левшу, а единственного вскрывшегося. Да, да, да. То есть... Но если сейчас может, вскрывается он доктор... Он тоже может дать инфу по столу, и но тогда у нас инфы будет сколько, чтобы мы уже выиграли. Да какую нет, инфу нет, может он дать, живой. Если убили второго, он никого смотри, еще не задефил, он может, не знает еще ничего. Доктор может, только показать, что еще у нас один мир, у нас появится раз, два, три, плюс доктор, четыре мирных. Но я бы на доктора месте, да, наверное, бы вскрылся. Короче, смотри, Бладька, ну, ты знаешь, что ты мирный 100%. Рыжие и знают. И ты можешь знать не, это. Не-не-не, смотри, рыжие Ладно, тоже знают. А, извиняюсь. Да, я тебе говорю, рыжие тоже знают, что они... Рыжие-то знают. И смотри, момент какой. Ты отметил Дейзика, да? У меня записано были примерно так. 11, 6, 10 мафы. Но я отметил тройку, потому что я же тебя в первую ночь чекал, и ты много про дезертон сказал. Я отметил для себя, может быть, Дейзик. Не знаю, у меня подозрение, все-таки Нир маф был, возможно, Дес или Делюкс. Но единственное, я не знаю, доктор хорошо бы, конечно, скрылся, и момент... Сервер, я жду, что сервер скажет. Мне кажется, он должен нормально толкнуть по столу, если он, конечно, не маф, да. Вот, Маринка такая, ну, я теперь она более себя свободна. Я с ней в прошлой катке играл в мафию, она вообще прям такая... Вот, и, ну, под вопросом Гиди просто мало он инфы дает. Вот тяжело по Гидеону сказать. Короче, я жду, я думаю, речь сервера, она такая должна быть ключевая достаточно. Ты хочешь выставить сервер? Да, я, нет, нет, я выставляю Делюксу. А, Делюксу выставляю. Да. Смотрите, я пока все-таки думаю, что это псевдо-вскрытие комиссаром. А знаете почему? А потому что я комиссар. Ты дурак. И я чекнул рыжую. И у нее тоже, член больше, чем у Джова. Пидор я. Какая сейчас погода в Таиланде? Ты такой. Главное, что ты чекнул член. Отлично, но получил немножко инфы тем, что на шутки выехал, и то, как отреагировал левша, ладно, чутка он меня этим переубил. Очень хорошо, что я сейчас так сделал. Тогда, ну, пока... Давайте, короче, так. Кто против Дезерто, да, руки поднимаем. Против Дезика кто? Никого, хорошо. Говорить тоже нельзя, да? Кто? Говорить сейчас ничего нельзя. Нет, просто руки нужно поднимать, когда я спрашиваю, и все. Нельзя. Нет, говорить нет. Нельзя, говорить нельзя. А, так, номер 10 против Делюкса кто? Так, раз, два, три, три руки, хорошо. Против Люси кто? Никого. О, против... ты против Люси? Все, уже нет. Не-не-не, хорошо, ноль. Так, против левши. Так, раз, два, две руки против левши. Так, против Марины.
Две руки против Марина. Так, и против Блади. У нас что остается вообще? Там один голос. Ага. Так, и кого выгнали? Получается, кто, а кто не голосовал? Подождите. Я что-то пропустил, сколько голосов осталось. Ну, один голос должен был остаться. Делюкс, да? Тебя выгнали, 4 голоса против тебя было. Против Делюкса 3 голоса. 3. А, 3? 3, по-моему. 3 голоса. Блади, да. Но не голосовал. Это больше всего, поэтому Блади Делюкс твоя оправдательная речь. Блади, ты голосовал? Нет. Я расслышаю доверие в последний раз, 12-й. Ты выкидываешь 12-го. Мы голосуем сначала против Делюкса, потом голосуем против Марины. Поднимаем руки против Делюкса сейчас. Против Делюкса. Ой, бля. 4 руки. Марина. Поднял или что, Блади? Да, поднял. Ну, плюс Маринина рука. И да, еще у него, потому что у него автоматически идет рука, получается. Блади. А 4 все, руки против выхода. Марины. Опустили, ну, руки, понятно, пожалуйста. Опустили, подождите, голосовал. Опустите все руки. Против Марины. Против Марины кто голосует? У нас 4, так, 3 голоса. Подожди, а Марина, ты-то в кого голосовала? Она автоматически в Делюкса. У него, у нее нет выбора. Значит, 5 голосов. Ну, блядь, поднимайте руки, ёб твою мать, я и так запуталась. 5, если 4 против 3. Все, короче. Получается, Делюкса выгоняем. Просыпается мафия. Дон остается со мной. Спасибо, Дон. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Засыпает. Просыпается доктор. Доктор засыпает. И просыпается город. Доброе утро, город. Но он добрый, только не для левши. Левша у нас умирает. Либо это... Это Марина. Самострел, я это Марина. Самострел? Нет, это не самострел, либо это не Марина. Самострел. Марина мафия 100%. Я думал, что самострел, а это решил, было что логично, как? На самом деле. Потому что она голосовала против левши, левша вскрылся комиссаром, левшу ёбнули, блядь, очевидно. Я сказал, медика нет, или он не вскрылся, скорее это всего. Марина 100%. Кажется, это голосуем сейчас против Марины, потому что она вкидывала руку в левшу. Это был бы обалденный план. Ну подожди, в левшу много кто вкидывал. Подожди, чувак. Марина вкидывала в левшу. Короче, давайте голосовать. Мы сейчас голосуем сначала против Марины, потом голосуем против Гиди, потом голосуем против Блади. Не забывайте поднимать руки, вы обязаны их поднимать. Иначе все остальные голоса улетят в Блади. Блади обязан проголосовать на втором этапе. Итак, поехали. Против Марины голоса, я считаю. Единогласно. Получается. Марина, твой голос в кого? Стоп, Марин, не выключайся. Включи микрофон, пожалуйста. А, включу. Тебе нужно сказать, в кого ты свой голос вкидываешь. Это да, в принципе, это ничего не решает. Я бы проголосовала. Информация нужна. Это информация по столу. Я бы проголосовала. Ты должна сказать, кого ты, против кого? Против Блади. Против Блади, да. Угу. Просыпается мафия. Дон остается со мной. Дон засыпает. Просыпается комиссар.
Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор засыпает. Просыпается город. Доброе утро, город. Доброе утро, город. Светит солнце ярко, но не у нас в клубе. Но не порадуется больше никогда солнце Люси. Люся, тебе нужно выключить микрофон и вебочку. И почему Люся? Короче, будем плясать от инфы и левши. И почему пятый, Люся? Шестой. Потому что сервер. Красный. Слушай, смотри. А почему сервер? Пятый, шестой был красный от левши, если плясать инфы. Поэтому я буду, даже если ты сейчас в Влади против меня что-то говорит, то я буду по-любому с пятым играть 100%, и я красный. И тут уже получается либо 9, либо 3. Инфы по девятке я так и ничего не вижу. Я против тройки тогда буду играть. Пока что я так вижу. Ты против тройки? Гедеон с какого-то... Почему против тройки? Получается, смотрите, если бы у нас сейчас осталось две мафии, то мы бы проиграли, да? То есть у нас одна мафия здесь, это очевидно. Одна мафия. Остался только один человек, получается. Я знаю, что Блади красный, раз такой расклад. Я знаю, что я красный. И если сервер... присоединяется к Блади, топит Дизертода, то... В любом случае к нему, потому что он красный. Гидин, ты понимаешь, что ты в прошлой катке меня топил, я бы тебя загрохал бы. Потому что ты единственный, кто был против меня. Смотри, идем до последнего. Коалиция у нас с Гиди 100%, Дез... Ну, здесь все сейчас исходит от вероятностей. По вероятности сейчас есть там Дезертод и сервер. Сервер. Смотри, первый прикол. Когда говорил про Шаверму, что-то поплыл. Поплыл в речи, причем серьезно поплыл. Вообще просто накидал какой-то херни непонятной. Далее присосался ко мне сразу же. То есть я когда вы помните, я сказал, типа, странно, что меня не убили. А если меня не убивать, значит, кто-то должен со мной играть. А кто со мной сыграет, как только мы проснулись, сразу сервер, о, я с тобой, тобой, и при этом он всегда дает расклад по столу, но в этот раз он даже не предположил абсолютно ничего, говорит, с тобой, говорю, сервер, скажи свои мысли против Гиди. Гиди речь для меня была, мало было, но она красная. Не было своего мнения, присосался сразу же, почему меня не убили? Значит, со мной кто-то должен играть, кто сразу вызвался со мной играть. Поэтому по менее вероятности. Итак, сначала мы голосуем против сервера, потом мы голосуем против Блади. Голоса против сервера поднимаем. Единогласно. Поздравляю, мирно выиграли. Это было жестко. Ну, я, бля, сервер молодец, почти затопил меня. Дейзик, красава, спасибо. В конце я понял твою речь. А кто мафия? Еще раз. Кто мафией был? Ничего личного. Итак, сейчас, дайте мне сказать. Страйк еще здесь, Нир здесь. Дайте мне сказать. Итак, левша был комиссаром, Страйка сразу же убили, он был доктором. У вас не было доктора, всю игру вы все-таки затащили. Потом у нас был мафия. Была сервер и царевна, а Нир был Дон. Вы выгнали Дона. Ведь мы Дона выгнали, ё... Слышишь, левша, ты понял, почему я кинул руку в царевну? Как же Нир залил, конечно.